Сегодня вся страна отмечает День воссоединения России с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Этот день – символ единения и общей ответственности за будущее нашей необъятной страны. В честь празднования столь важной даты в Каспийске развернулись праздничные мероприятия. На главной площади прошел общегородской флешмоб, организаторами которого выступили волонтеры и сотрудники Управления культуры Каспийска. Жители города по всему периметру площади под гимн Российской Федерации развернули государственный флаг. Вскоре после масштабного флешмоба началась концертная программа с выступления военного оркестра 102-й отдельной бригады оперативного назначения войск Национальной гвардии Российской Федерации. Мы также рады, что в очередной раз нам предоставилась возможность выступить перед публикой, которая всегда нас тепло встречает, тепло принимает, и, конечно же, мы получаем моральное удовлетворение, находясь здесь и выступая именно перед вами. Сегодня, как сказала наша очаровательная Лаура, мы празднуем День воссоединения новых регионов Российской Федерации. Поистине знаменательный день, настоящий праздник, который мы должны помнить, чтить и никогда об этом не забывать. Они исполнили культовые патриотические хиты, такие как севастопольский вальс, плащ скрипки, победа, вальс грусти и другие. Кроме того, украсили мероприятие воспитанники детской школы эстрадной песни «Марьяна», которые подготовили для каспичан знаменитые композиции для поднятия патриотического духа горожан. Так, юные дарования исполнили следующие хиты: «Миру мир», «За родину», «Господа офицеры» и многое другое. Широка для нас моя родная, много мне лесов полей. Я другой, я твой страны не знаю, где так больно дышу, чем в лаве. Я другой, я твой страны не знаю, где так больно дышу, чем в лаве. Напомним, что в рамках концертной программы также прошло награждение победителей конкурса чтецов «Мы патриоты», в котором приняли участие все желающие любых возрастов. Отметим, что самому юному из них было всего 4 года. Все, что нужно было сделать участникам, это пройти регистрацию и отправить видео стихотворение о родине. Почетное первое место занял Айгум Галимов, второе место досталось Мураду Садыкову, а третье – Заире Раджабовой. Все победители получили грамоты и денежные призы. Номером 6 – Галимов Айгум, набравший 1067 реакций. Аплодисменты. Так, первое место. Так, его мы должны подбрасывать вверх, как жениха, но пусть подрастет чуть-чуть. И денежный приз. Завершилось праздничное мероприятие выступлением юных дарований детской школы эстрадной песни города Каспийска.